Здесь очень много сыроежек. Причем абсолютно разных сыроежек. Основная из них сыроежка буреющая. С розовой такой вот ножкой и очень-очень темной бордовой шляпкой. Эта сыроежка довольно-таки хрупкая в пластинках, поэтому ее нужно нести очень аккуратно. Еще рекомендуют класть в корзинку грибочек пластинками вниз, чтобы грибы, которые сверху, не натрушивали мусор пластинки. Ну что, сегодня мы послушаем данного экспертного мнения и сделаем с пластинчатыми грибами именно так. А это у нас сыроежка красивая. Она очень симпатичная, розовая и тоже очень съедобная. Наверное, не будем. Вот. Это сыроежка жгучеедкая. Ой. Вкусная? Нет, она... Но она считается одной из несъедобных, но она как бы не ядовитая, а до такой степени острая, что ее вообще невозможно кушать. Вообще, даже если приготовишь. Дело в том, что она невероятно острая. Потом язык от нее жжет долго-долго. У меня соль. Вот. Теперь его нужно резать. Пластинки. Нет, его просто резать. Просто. Его нужно порезать именно слайсом. Да, разрезая. Да, да, тоненьким слайсом. Такой тоненький нужен. Ага. В конечном итоге слайс. Ножичек хорошенький нужен. Вот, я смотри. Говорила Таня, я люблю по лесу бегать с ножичком. В одном месте. Да. Смотри, вот это вот, который польский гринмил, а вот этот вот китайский. Почище, видишь, китайский. У них разные вообще вот здесь вот, лезвия разные. Вот. Здесь мелкие насечки такие крупные. Вот. Цвет бывает, конечно, светлее, но само дерево видно. Вот, и сами заклепочки, видишь, как здесь они вот спрятаны аккуратненько здесь вот, с такими зазорами. Ну причем это давно не стирается, да? Или недавно нож? С год, наверное. Ну, вот, не стирается. А здесь стерлось сразу. То есть здесь нарисовали так себе. Так, ну давай здесь боком. И, ну, боком практически идентично. Ну, с год-то я же с ним только осенью. Ну да. Ну, лето, осень, я по зимой. И вот пошли уже какие-то сколы. По зимним грибам не шастаю. Здесь вот. А, здесь этого. С этой стороны. Ну, как бы одинаковые, но они вообще разные. Кисточки тоже разные. Ну, это то есть год тому, год тому. Вот. Такой, чтобы... Подержу. Подержу. Могу быть столиком. Опа, давайте попробуем. Опа. Это чудо. Опа. Ой, какой красивенький. Так. Да, ну просто красота. Слайсик отрежет. А селье? Силь, я подозреваю, даже не обязательно. Все прибежали. Ну, соль, да, это не обязательно, но сама суть, но интересно просто. Можно? Я завтрак у Тихони, а я завтрак у Верины. Грязные лапки. Не попробую, это будет не та поездка. Да? Смотрите. Это зря. Это вкусно. Горчина есть в нем. Сейчас мы хорошо так стружу. О, посолила. Обалденно. Вкусно? Да. Ну да, якась горчинка є така. Я дома ела, а тут посинел был. Рыжик сырой. Вкусный. Да? Вкусный, он такой оранжевенький. Я его рыжики знаю. Ела когда-нибудь сырой рыжик? Нет, сырой нет. Сейчас. Смотрите, а вот это я не поганка. Желтая. Не-не-не-не-не. Ты главное, если хочешь, чтобы я опознала, поганка или нет, ты не срезай полностью ногу. Угу. Грусть черный. А его жарить можно? А вот у нас летний опята. Летние. Это не осенние, не какая-то чешуйчатка, не галерина. Видите ее? Точнее, его размеры, этого опенка. Вот. Как на ладони держится. Вот. Есть даже вот такой вот экземплярчик. Светлая часть внутри, зональная, с темным краем. Вот. Внизу как будто бы обычный осенний опенок. Но ножка чем-то похожа на галерины. Многие пугаются вот
черный низ, колечко, но нет окаймленности по краю, то есть вот здесь вот по краю все очень гладенькое и ровненько. Но больше всего вот эта вот зональность выдает этот гриб. И у него очень классный запах. Очень классно пахнут грибами. В основном это запах тех самых осенних опят, но только эти грибы, кстати, начинаются с мая месяца. Это лесная, да? Да, вот это вот сыроежка мясная, пищевая. Ой. Да, вот она очень плотная. Очень-очень плотная. Вот, держи опятки. Можешь выкладывать уже. Вот, очень хороший белый гриб попался. Не червивый. Рядышком старый-старый, уже пожелтевший дождевик. И новое место. Сейчас все дело в том, что грибников больше, чем грибов. Рост грибов немножечко затрудняется теми холодами, которые сейчас у нас ночью, с утра. Но в любом случае нужно искать. Если грибы искать, то они есть. Сейчас уже похолодало, и как бы ходить в маечках не получается, поэтому у меня новый костюм. Это у нас тактический костюм, очень-очень удобный. Он очень удобный для охоты, для рыбалки и, конечно же, для грибов. Потому что очень плотненько сидит рукав, вот, регулируется. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Вот, огромное количество карманов. Можно положить телефоны, ножи, рацию, например. И ничего у вас не потеряется. Очень удобные штанишки, материал очень плотный, и все это от Catfish. Но еще есть момент, который, наверное, является изюминкой этого костюма. Вот в этом кармашке есть сетка. Это, наверное, скорее подойдет для лета и для рыбалки. В эту сеточку можете пристегнуть. Есть молния. Сами. Да, может быть, это не эстетично, но это невероятно комфортно. Вам ничего не летит в рот и в нос. Но это единственное, что имеет молнию, потому что во всех остальных местах у вас заклепочки и даже штаны держатся на пуговке. То есть шлейки не оторвутся и не отпадут, что очень-очень практично. Если вы хотите присаживаться много раз, вы можете расстегнуть молнии по бокам, и у вас будет ваш костюм шире, и вы сможете присаживаться удобней. Наверное, единственный недостаток — это что вы можете укрыться от дождя, но все равно промокнете, потому что очень-очень плотный материал, но он не является водонепроницаемым. Зато вы спокойно доберетесь места укрытия для того, чтобы переждать дождь. Ну или одеть дождевик. В любом случае, вы не промокнете. Если вам нравится такой вот тактический костюм, вы можете его приобрести, переходя по ссылке в описании. Мне он невероятно нравится. Рекомендую. При этом есть и мужские, и женские. Есть немножечко другого цвета. Очень такой красивый для леса. Вы сливаетесь с лесом. Главное, охотникам не попадаться. Здесь у нас сразу два гриба. У нас свинушка тонкая, несъедобный гриб, вот, который накапливает в организме то, что не выводится. Я не могу назвать это вредным веществом. Это как бы вещество обыкновенное. Но в нашем организме при его накоплении происходят аллергические реакции. Не хочу сложно вдаваться, но этот гриб несъедобный. А рядышком у нас польский, но уже пораженный. Видите? Этот гриб уже испорчен. Идем дальше. Это у нас лисички обыкновенные. В мху. И в иголках.
Вот у нас уже лисички пошли. Собираем. И сразу же в молодом сосняке у нас встречаются козлята. Очень интересные грибы, которые при варке будут фиолетовыми. Относятся они к маховикам. Очень часто бывают червивыми. И шляпка с них не снимается. Но могут быть похожи на масленок. А вот мы нашли двойник белого гриба. Двойник, который все боятся почему-то есть. На самом деле он не ядовитый. Он просто несъедобный. Он очень горький. Гриб-горчак. У него есть принципиальное отличие. Это розовый гименофор. Видите, вот эти трубочки, такие как у белого, у маховика, у масленка. Но они розовые. Очень розовые. Растет он подобно белому грибу. То есть сверху, когда видишь его шляпку, кажется, что это белый. И многие принимают его за белый, а потом оказывается, что он очень горчит и портит все блюдо. Говорят, если его высушить, будет хороший гриб. Я такого не пробовала. Мне не интересно кушать горький гриб. Вот. Не синеет, не темнеет, как мочалка. На изломе он белый. Шляпка не сдирается, и ножка, она вся в сеточку, как у боровика сетчатого. Но этот гриб не съедом. Вот бледная поганка, причем очень молодая. Вот так вот она выглядит. Вот ее вольва. Это зонтик? Это зонтик такой, да, молодой, пестрый, стригатый. И ножища такая вообще. А ну вытяни ее, можешь? Вытянуть? Нет, вытянуть ногу с этого. Да, смотри, какая. Да, смотри, какая ножища была. И вот тоже зонтик. Это у нас зонтик пестрый. У него пестрая ножка. Шляпочка интересная. Да, конечно, туда. Шикардос. Угу. И отсюда вот их представляешь, их багажниками можно было вывозить. Так, все, треба мені ножик купити. Надо все равно ехать уже к этим машинам и двигаться. Это же ж белячок, он же шикарен. 100%. Вот, он просто волшебный. Здесь есть. Вот польский гриб, он отличается от белого, очень сильно, у него ножка такая вот бордовенькая немножко. Гименофор синеет, видите? И шляпка матовая, коричневая. Но самое интересное в гименофоре, видите, как он посинел? Нет, ух ты, это не поляк уже. А я, это поляк. Сорвай. Толстый. Да, вот поляк. Такой уже старенький. Я у тебя люблю. Он хороший. Ну, я такие беру. Ну, вот этот. Тут не хочу его. Вот они. Здесь, здесь, дальше и здесь. Кроха. Их просто немерено. Они абсолютно такие бледные-бледные. Прям как по классике. Аж зеленые, да. Вот еще. Совсем маленькая. Чесночек нашли обыкновенный. Вот, собираем. С черной ножкой. Собираем. Классное место, шикарное. Но почему-то белые здесь абсолютно сошли на нет. Ого! Это же как в фильме. Это же как, знаешь, держите меня семеро. Или без инфаркта не смотреть. Это просто что-то. Я в шоке. Я такого сталит. Вот это вот будет аватарка. Чистим.
чистим. А вот, а вот как без, вот скажи, вот как без ножки, без, точнее, без корня, да, вот без основания, как вот такой гриб срезать? Что потом, всю ножку выбрасывать? Это же так. Да, это вообще, это сантиметра два отрезать нужно. Вот кисточка, смотри. Ну, видишь, она не сильно. А вот ножик, а попробуй вот этот вот, как он слайсом режет. Смотри. Да, взагали. Прикинь, этому ножу уже полтора года. Угу. А купить такой нож вы можете в Инстаграм, в Клестовая лавка. Вот это у нас опинелечка. Еще там есть польский ножик, тоже очень хороший. И вот у нас тоже есть беленький. Вот. Смотри. Смотрите, сколько у него в земле ноги. Вот. Просто немерено. Поэтому лучше всего вытаскивать его из земли полностью. Грибница от этого не разрушается. Это просто невозможно. Потому что это такой организм, который для того, чтобы умер, нужно очень много всяких факторов. В основном это пожар и старость. Ну и самое, наверное, интересное, это то, что вот таких вот валежниках веток сосновых есть лисички. Причем это не лисички. Это лисичище. Гиганты. Они уже все напитались, конечно, влагой, но абсолютно не испортились. Так что не только во мху или в листьях бывают лисички. Ну и во мху. Грибов сегодня было достаточно. Есть огромные разновидности в разных деревьях, в разных биотопах. Встречаются абсолютно разные грибы. Так что, я думаю, все еще будет продолжаться. А нам пора уезжать. Время. На аватарку. Аватарочная. Сыроежка такая вообще. Да. Это сыроежка, я тоже. То, что много, это не делаю.